Всем привет, пацаны. Сегодня замечательный день. Пятница сегодня у нас. Пятница, 7 октября. Остается совсем маленько. Полторы недели до чемпионата России. Вот. Сразу скажу, продал я фотоаппарат, который покупал для записи видео. Купил видеокамеру. Потому что что-то, ну, не получается записывать на этот фотоаппарат, там, а со звуком проблемы, с зумом, со всеми делами. Купил, продал за 30 тысяч, купил видеокамеру, съездил за эти же деньги. Хорошая видеокамера, Panasonic 760, как бы, я думаю, картинка тоже прекрасна. Сейчас посмотрите, оцените это со стандартным освещением от видеокамеры. Дополнительно сейчас идет у меня с Китая, как придет, будет хорошее освещение. Вот. Ну, комментарии пишите там, как картинка вам, как вообще видео получается. Так, что расскажу на данный момент. На данный момент мой вес составляет 93 килограмма. Через 9 дней мне надо быть 90 килограмм. Поэтому с завтрашнего дня мы урезаем углеводы. У меня будут появляются 2050, вот так будем идти. И урезаем мясо. Мясо будет в 2 раза меньше. У меня был килограмм мяса в день, филе куриного. Теперь будет полкилограмма. Вторую часть мяса заменяем на яйца. Яйца это будет по 10 белков в прием. Мясо по 100 грамм, яйца будет по 10 белков в прием. То есть 4 приема мяса будет в первой половине дня, во второй половине дня у меня приема будет исключительно куриный белок. По 10 штук за раз. Вот. Ну и соответственно, там либо есть углеводы, либо 50 грамм углеводов. Ну, я овсянку завариваю, как бы более-менее идет. Вот. То есть, как бы, начинаем форсировать события. По тренировкам, как бы, все так же. Держим силовые. Единственное, сейчас добавляем по 20 минут кардио после тренировки на велосипеде, ну, такой легкой сложности, маленько лишних калорий поджигать. Задача как бы стоит по весу. Сейчас даже не смотрим фотографии, форма, как что. Просто нам надо попасть в категорию по форме, ну как бы вот. Как видите, на ягодицах такая же кожа, поэтому грудь. Поэтому по качеству как бы уже в принципе более-менее. Единственное, нам надо теперь попасть в категорию. Вот. Это первое видео пробное. Первое пробное видео. Посмотрим, как получится. Ну все. Всем сил. Пока.